У нас появилась простая идея для CRM. Программный продукт автоматизирует компанию, собирает все каналы, контролирует и дает задания менеджерам, указывающие, что делать. И мы назвали это игрой «Победи счетчики». Эта игра известна давно. И мы хотели и сделали ее внутри CRM. У нас поступил даже входящий звонок. После самого факта разговора появляется плюс один. Лид или сделка были созданы, но мы еще не обработали все данные. Самый большой грех — это дела, точнее задачи или лиды, или сделки, по которым ничего не запланировано. Вообще, если по сделке ничего не запланировано, она не будет сделана, и она не будет выиграна. Вы сможете увидеть каждого сотрудника, который работает в CRM, и сколько счетчиков, сколько по сути дел он выполнил, и сколько ему предстоит дел. Победите счетчики, и вы сможете получить продажи. Главное правило счетчиков, чтобы не было никаких счетчиков. В прошлой серии мы представили вам роботов CRM. Бывает целый ряд роботов. Бывают роботы для клиентов, для компании, для рекламы. Роботы, которые выпускают наши партнеры или сами делают клиенты. Мы вам представим нескольких новых роботов, которые появились. Вам в компанию попал лид, он был зафиксирован в CRM. В течение этого часа или двух никто из менеджеров, которым был этот лид назначен, не отреагировал на него. Робот автоматически переводит его либо в очередь, либо конкретному другому менеджеру. Вот приглашение на эту презентацию было организовано как раз с помощью рекламных роботов Bitrig V4 CRM. Просто включайте роботов и наслаждайтесь процессом продаж. Чтобы весь этот сценарий заработал, необходимо, чтобы любой человек, посмотрев на CRM, посмотрев на карточку, смог сказать, что ему делать, какие дела, и чтобы ему не приходилось привыкать или обучаться этой задаче. И это новая карточка CRM, совершенно отличающаяся от того, что мы с вами видели. Это то, по большому счету, с чем работает каждый человек. И очень важно было сделать ее таким образом, чтобы она была понятной или простой. Все звонки, прослушивание звонков, пропущенные звонки, вся электронная почта, переписки, онлайн-чаты, все, что необходимо в любой момент знать непосредственно по этой сделке, лиду, карточке или клиенту. Новые списки или новые CRM с поиском или с фильтрами. Все работает в реальном режиме времени. Фильтры новые позволяют вам, например, отфильтровать все сделки больше там 100 тысяч рублей. Очень удобно и просто настраивается фильтр для того, чтобы ежедневные действия выполнять как можно быстрее. Живой поиск, который ищет по названию сделки, клиентам, ответственным, делам, по всему, что необходимо, чтобы найти быстро. Это настройка для каждого отдельного менеджера. Это очень удобно. Видите только то, что необходимо вам в вашей работе. Выпустили не просто новую CRM, а фактически полностью ее переосмыслили.